Встречаем моего друга, нашу гостью, Зинаиду Васильевну Шубину из Кировской области, из поселка Мирный. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу сказать огромное душевное спасибо Катеньке за организацию такого прекрасного праздника. Он нужен, этот праздник, для нас, для всех. Район Оричевский у меня. Поселок Мирный. Спасибо, что ты со мной. Я желаю всем вам, чтобы всюду сопутствовали теплые человеческие улыбки, а добрые наши дела согревали и радовали сердца людей. Богом. А воробейчик пролетел в новые ворота. Разрешите спеть частушки, мне давно охота. Кто желает потанцевать, танцуйте. Это с вами я опять, Зина Молодушечка. А меня мама родила, да и на стул поставила, прежде чем мне соску дать играть, в гармонь заставила. А на гармошке заиграю, вся я встрепенусь, а коньки бобером пройду и не спотыкнусь. Мой милый маковый цвет, ты милый, я в тебя вчирикалась. Чирикался ли ты? У-ту-ту, да у-ту-ту, приходи в субботу-ту. Я тебя, мой дорогой, да выйду встречу за версту. Милая, куды-куды, миленький, туды-туды. Погоди, оболокусь, за тобой поволокусь. А милый чё, милый чё, милый чё, чё? Я же вятский парень, хватский, ну и чё, ну и чё? А у залятки поговорка, понимаешь, не понимаешь, веслоухий посидельник, чё сидишь, не обнимаешь? Ох ты, миленький ты мой, дай шепну на ушко, ты покрепче обнимай, забуду, что старушка. А мы с миллионку в опустах стали целоваться. Проходите мимо, люди, дайте пообщаться. А целовались как шальные мы с миллионком в опустах. Даже челюсти вставные перепутались в ртах. Зинаида Шубина, Кировская область, поселок Мирный. Зинаида Васильевна, еще давай, дорогая. Видишь, как полюбили с вами частушки. А запивай, моя гармонь, гармошечка, да я сегодня вам спою про любовь немножечко. На гармошечке сыграю, да головкою качну. Вас, мои хорошие, намагничивать начну. Гармошка льет, а я куда деваюсь, а да милый в городе живет, а я в деревне маюсь. По деревнюшке шагаю и играю в гармозень, на мне новенькая кофта, попузень и ремезень. А под окошком у забора вся трава помятая, нет, не старость нас сгубила, а любовь проклятая. По чуланкам прячется, вот. А дед
на пенсию пошел, модно приоделся, сунул руку дед в карман, куда-то делся. А бабка говорит: старый, куда поезжай, курчума, куда зарабись, годков на пять, так заживем тогда опять. Дед с бабулей пошли в баню, долго они парились, что-то долго парились, наверное, не состарились. Очень слабо привезли, да полечились, а недельку женихов искать пошли. А в санатории была, да в старика влюбилась, а он хотел поцеловать, да челюсть отвалилась. А это что за канитель? Бабка ходит на панели, как же так, бабусенька? Так пенсия ж малюсенька. И про измену никогда не рассказать. Это тема вечная, да про дела сердечные. Это тема вечная, про дела сердечные. Зинаида Васильевна Шубина, поселок Мирный Овичевского района Кировской области. Гость наш, друг мой дорогой, да? Зина, дорогая, у нас может сыграть на гармошке моего папы Николая Васильевича Сенникова. И тетя Зиночка у меня согласилась сыграть на его гармошке. Что будем играть? Не складушки. Аплодисменты, Зинаида Шубина! В Даровском районе Кировской области, село Красное, у нас такой был наигрыш «Барабушка». Все просто. А я частушки, не складушки, пропаю вам так и быть. И они порой бывают, помогают людям жить. У Нинухи в магазине увели велосипед, машина свистнула, пошла шофера, Виктором зовут. А девка замуж выходила, больно торопилась, потому что потом платья тесноватые. А как я рада встрече с вами, ох, напелась от души. Вы когда домой придете, мне похлопайте скорей. Спасибо, спасибо. Ваши аплодисменты, поярче, пожалуйста, дорогие друзья. Зинаида Васильевна Шубина, поселок Мирный. На следующий год обязательно встретимся. Кировская область, дорогие друзья. Зинаида Васильевна Шубина. Ярче аплодируем.